Как правильно сажать лук на зелень? Зеленый лук всегда придется кстати к столу или будет иметь спрос на продажу. Выращивание лука в теплице на продажу мы описали на сайте tunechi.info. В тепличных условиях лук сажают еще с октября, а в открытый грунт он уходит после частичного прогревания земли в начале весны. Подготовка лука перед посадкой на зелень. Промочите лук до 12 часов в воде, периодически меняя воду. Просушить лук севок на воздухе, не под лучами солнца. Обработать прикорневые шейки, обрезав неаккуратные участки. Выгнать перо в течение 4 дней при температуре 30 градусов на влажной марле. Понизить температуру воздуха до комфортной для лука отметки 15-20 градусов. Пророщенный лук всходит в грунте или в теплице менее чем за неделю, поэтому предварительная подготовка важна. С 4 дня развития лук будет активно наращивать перо. В этот же период можно отобрать плохую зелень и в целом подзарядить сходы. Техника посадка лука на зелень в грунт. Сформируйте ровные ряды с расстоянием 15 см между каждым, 5-7 см между посадочными лунками. Ориентируйтесь также на выбранный сорт лука, особенно если выбираете экстра крупные или наоборот мини-сорта. Для проращивания на улице или в теплице должно быть постоянное рассеянное освещение, но главное отрегулируйте температуру воздуха, чтобы лук при нормальном уходе не подгнил и не заболел. Температура воздуха для открытого грунта в утреннее время должна быть 10-12 градусов с дальнейшим прогреванием до обеда. Если в вашем регионе продолжительная зима или частые ночные заморозки, выбирайте устойчивые к заморозкам и болезням сорта лука. Сорт будет удобно выращивать в открытом грунте в вашем регионе, и вы не потеряете сходы. Для теплицы выбирайте устойчивые к заболеваниям и переувлажнениям сорта. Дальнейшая температура воздуха для лука плюс 22 градуса. Правильное размещение лука на грядках подразумевает подготовку почвенной смеси и корректирование зоны высадки в зависимости от ранее выращиваемых овощей. Посадка лука Exhibition описана на сайте tunechi.info. Например, лук на зелень можно смело сажать после посленовых, крестоцветных, тыквы, картофеля. Зона посадки для лука на зелень открытая и солнечная, чтобы лук на перо освещался столько, сколько было указано для быстрой выгонки. Подготовка почвы. Кислотность для лука на зелень 6,5-7,5 pH. Рыхловатая, питательная смесь. Добавлять перегной, минералы. Если почвенная смесь на участке закислена, что не подходит для посадки лука, нужно внести доломитовую муку из расчета 50 грамм на метр квадратный. Как узнать кислотность почвы, смотрите в другом видео. Из ингредиентов понадобится пол ведра перегноя, смесь минералов, либо по отдельности 2 столовых ложки суперфосфата, 1 столовая ложка калия. Регулярно подрыхляйте грунт, особенно до и после полива, и также после подкорма. Не помешает подготовить участок, внеся медный купорос 20 грамм на ведро воды на 10 литров для обеззараживания участка. Напишите в комментариях, как прошла посадка лука на зелень у вас. Поставьте лайки под видео и подпишитесь на канал tunechi.info.